Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И в этом видео я ходил со своим заместителем Фоме на ВЧ. И там очень много было перестрелок, всяких ситуаций интересных. И это все вышло на 1 час. То есть материал вышел на 1 час. Из этого часа я вам покажу все самое интересное. Сразу хочу сказать, что я вообще не умею особо стрелять, поэтому нужно писать, что я там ноль, не умею стрелять там и так далее. Пацаны, я вам всегда говорил, что я стрелять не умею. Я рак в этом плане, по стрельбе я рак. Я больше люблю как бы на машине ездить. У меня это лучше получается. А насчет стрельбы писать мне не нужно, пацаны. Это был такой ламповый видосик, в принципе. Там было реально очень много интересных ситуаций. Мы там еще бегали с лидером бывшего ВЧ. Он там связывал людей, там перестрелки были и так далее. Поэтому, пацаны, серия реально получилась очень сочная, поэтому я надеюсь на ваши лайки и подписку. Но перед этим я хотел бы вам напомнить, что я играю на первом сером один холиплей, мой ник Кирилл Путбуль, не забывайте идти по ник при регистрации, и также не забывайте идти мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Также это первая серия, в которой я играл со звуками в игре, и вы в принципе будете все слышать. Напишите в комментариях, продолжать мне снимать со звуками или без. Все, пацаны, желаю вам приятного просмотра. Надеюсь, ты стрелять хоть умеешь. Ну, хотя я тоже не умею стрелять. Но попробуем. Нам, кстати, могут вареник дать. Ой, вареник. Деморган. Нам? Да, потому что вообще можно 4 человек ходить. Тогда я назад пошел. Ах ты, блядь. Откуда? Вон был. Клист, клист, ставь. А, у тебя швипки нет, блядь. Бежал назад. Куда ты побежал, блядь? Иди сюда. Я один не убью его. Прямо иди ты в склад. Как-то надо его выманить. А, он внутри, получается? Да, да. Только не заходи. Вон валяка бежит. Машина багана еще. Сзади Кирилл. Где? Кто сзади? Ах ты, блядь. Есть. Вон чувак вышел. Он не простреливается, сука. Да, он не простреливается, то же самое. Он в ФК уходит. Он в ФК уходит. Он тебя убил. Да, я видел. Как я тоже видел. На, я его убил. Приеду. Давай едь. Блять, я один тут не выдержу. Давай лещи, блять. У меня тут бил. У меня ПТ мало, блять. У меня дигла мало. Я не могу их так. Надо бежать. Я пойду дигла сделаю. Бля, меня сейчас могут деморган посадить за то, что я один здесь. Так, я пока заныкаюсь. Сейчас надо дигла сделать. Так, мак и гун. Дигл. Кто охватит, я думаю. У тебя же оружия нету, блять. Покупай оружие тогда в этом, понял? В магазине оружия в Южном. Че, что у меня лицензии нет, нормально? Охуенно, понимаешь, блять? Водяка, блять! Пидорас, блядь. Ебать, как я его не увидел, пиздец. Мы такие стоим, патроны, пиздец, тут вояка. Заходит такой спокойненько, берет оружие, блядь. Начинает шмалять. А, бак убрали, блядь. Все. А. Сейчас ты не перепрыгнешь это. Так, я сейчас за вояка побежал. Там вояк много. Так, я в него попал. Забор нельзя перепрыгивать. Помнишь раньше? Ну, можно там перепрыгивать. Забирали. Бля, я не могу этого долбоеба убить. Все, конечно, сейчас я попробую. Не попробуй, а приеду сейчас равно. Он не простреливается, сука. О, я его убил. Бля, я себя чувствую, блядь, нормальный стрелком, но я его купаю, что, блядь, меня любой там с ОПГ тащер сольёт, как нехуй делать, понимаешь? Кстати, охуенно эти прострелы, понял, что звук, потому что ты стреляешь, и ты слышишь, ты попал или нет, типа, на, хоть как-то можно ориентироваться. Просто заебись, блядь. Ну, конечно, втроём полегче намного, чем, типа. Но если они толпой забегают, я помню, их забежало, ну, за один раз человек 30, понял? Это вообще такое мясо, блядь. Сейчас только выйду, опять солью. Вояка зашел, брат. Вояку убили, не? Нет, он в ФК уходит. А, во. Ебанутый зашел, блядь. У меня же нарко... Вояка. Ушел. Блядь. Ты такой, вояка, я вышел. Съебал чисто, блядь. Посмотрим, кто там заходит вообще. Ну, почти. Куда, правее, левее? Правее. Блядь, сука, взял с собой, блядь, слепого, нахуй. Ой, я вояку тут убил. Он с АФК вышел, я его сразу убил. Блядь, это был угарно немножко. О, Лев Бедлага, бывший лидер вообще. Заходим, лол. Сейчас бы бывший лидер бы воровал патроны. Ну погнали тогда с ним постим, что делать.
Вот раньше, когда вообще было, там понял, типа, ну, в любое время мог прийти, хоть, блядь, 4 утра, там понял, и так далее. И мы с чуваком тупо за ночь весь клад вынесли. Реально, вот тут было время охуенное просто, когда можно было в любое время ходить. Клад по-другому еще выглядел. Можно понял, тут было сетку пробивать, понял, видишь, это такая хуйня вот эта, видишь? Можно было ее раньше пробивать и понял, туда залазить. И оттуда стрелять, понял. Вообще было по кайфу, блин, прям. А сейчас, конечно, тоже, да, прикольно, но не так, как раньше. Раньше было много пищи. Вояка бежит. Дурак, что ли, на? Я его убил. Кто это был? Денис ты какой-то. Адекват, ладно, понял. Я стою, стреляю по вояке. Мне подъезжает, говорит, Макс, адекват еще меня понял, затаранил. На туре? Да, я его аптечку дал, он умер. Вон, вояка бежит. Лови его. Попал. Алло? Лови его, блин. Он в АФК уходит. О, убили его. Гаси по Уралу сразу. Там чувак тёлку насилует, смотри. Дури, там чувак тёлку насилует. Оу май. Давай его изнасилуем, подожди. Там он связан. Как так продался? Лол. Чухули, бывший лидер ВЧ, ему можно. Давай. Развязал? В этом месте нельзя. Блядь. Сейчас такая толпа ФСБ приезжает, и нам пизда. Пусть мне Керри перед нас приедет. А, Александр Алексеев. Откуда он знает, что я снимаю? А я же его написал этому Виктору. Виктор, привет. Егор Шапка, привет тебе, или как его там? Правильно я прочитал, по-моему? Александр Алексеев, привет тебе. Джонни Прайд, привет тебе. Всем, короче, привет, пацаны, кто сейчас в чате видит. Всем привет, и кто в видосе вот здесь. На ВЧ тоже вам привет. Кирилл. Что там? На, минус еще один. Нормально. У меня свинка, понял, когда человек убирает, он орёт, типа, а понял, такой, блядь, это так угарно просто. Да. Эльдар Путбуль, привет тебе передаю. Лев Пиделага, тебе привет. Короче, всем привет, пацаны, потому что каждого тут читать, я думаю, это будет долго. Все, я зафурился, можно улицу идти. Ой, Кирилл толпой, ФСБ, Кирилл, ФСБ. ФСБ? Да, блядь, ФСБ. Где, где? Да там вон. Беги, блядь. ФСБ, блядь! Блядь, где винторез, нахуй? Я не могу зайти в этот, выйти точнее. Блядь, ФСБ, блядь, назад, там ФСБ, блядь, назад, блядь. Ебать, там ФСБшников много. Нарко надо, я назад, знаю. Блядь. Ну, внутри, да, имеешь в виду сидеть? Да. Внутрь ты зайди. Блядь, ебать его в рот, вот это мне дали тыку, ебучий случай, нахуй, пизда, блядь. Я ебал я в рот. Я свищу их. Блять, ебать, сейчас будет мясо, я ебу. А я еще ничего не вижу. Я еще под наркотой тоже пизда. У меня бин включает наркоту тоже. Ебать, сирека, я сочно получу. Пизда, я такой выхожу, они мне тычку тут дают и пол хп нету. Я такой, блять. Ебать, мясо просто. Опача. Ты сука. Блять, второго хуярь. Убили. О, вояка. Ебать его разъебашили. Ебать его в рот. Ебать его в рот. Ну вас нахер, я зашел. Убил ФСБшника. Убил этого вояку я. Ебать его в рот. Вояка побежал за ним. Кирилл, у меня нет наркотиков. ХП нету, Кирилл, все. Ну пока. Это наркотиков нету, а аптечка есть? Там вояка побежал. За дом, за домом. Иди с этой стороны, я с другой, иди. Ебать, это было сочно, конечно. Его лев убил. Ну что ж, вот такое вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Если вы хотите больше видеть подобного, то есть походу на ВЧ там, всякие нарезочки, то обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал. Реально, материал вышел на час, вот именно это видео я снимал на протяжении часа, но вырезал из него самое интересное и показал вам. Также у меня были проблемы с интернетом, у меня он постоянно перезагружался и не работал, но вроде бы сейчас все нормально. Все, пацаны, еще раз всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод и всем пока. Пока-пока.